Бора бы мигом через него перелезли. Джош уронил свою рацию и хотел остановиться, чтобы поднять ее. Но я сказал ему забыть о ней. Надо было бежать. Позади я слышал крики. Слов не было, только крики. Мы по глупости побежали в лес, стремясь как можно скорее вернуться домой к Джошу. Всю дорогу Джош кричал: «Моя фотография! Он меня сфотографировал!» Я уже знал, что этот человек сфотографировал Джоша много лет назад в той канаве.